должна получиться однородная тянущаяся масса, похожая на свежий мед. А еще хочу сказать, что он прекрасно подойдет как отдельное блюдо, потому что он очень и очень сытный. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Александр на канале «С дедом за обедом». Сейчас приготовлю диетический салат. В то же время он очень сытный, легкий и сочный, с ярким вкусом гранатового соуса. Оставайтесь со мной. Для приготовления салата мне необходимо куриная грудка, перец болгарский сладкий, маринованные или соленые огурцы, луковица красная, масло оливковое или растительное, соус гранатовый, горчица столовая, соль, перец по вкусу. Обязательно грудку кладу в кипящую воду. Таким образом мясо запечатается и все соки останутся в нем. И варю примерно 20-30 минут до готовности. Пока содержимое кастрюльки варится, подготовлю овощи. Очищенную красную луковицу режу на соломку, а если точнее, то на полкольца. За луком болгарский перец. Зерна из перца удаляю. Перец также режу соломкой. Соломка не должна быть очень длинной. Главное, чтобы во рту помещалась. Когда соломка пропитается соусом, она станет более мягкой. Перец в сторону к луку. Теперь нарежу огурцы также соломкой. Мне в этом рецепте больше нравятся не маринованные, а просто соленые огурцы. Домашние из банки. Теперь подготовлю соус в 2 столовые ложки оливкового масла. Сначала добавляю соль, перец по вкусу. Перец черный молотый. И я кладу половину чайной ложки мелкой соли. Далее необходимо все хорошо смешать. Сюда же отправляю столовую горчицу. У меня чайная ложка столовой горчицы с горкой. И также все хорошо надо перемешать. В результате смешивания получается такая однородная масса, густая и ровная. Далее сюда же добавляю гранатовый соус и продолжаю смешивать. В результате должна получиться очень однородная масса. Обратите внимание, прошло менее минуты, должна получиться однородная тянущаяся масса, похожая на свежий мед. Все ингредиенты и соус практически готовы. Думаю, что куриная грудка уже сварилась. Грудку пришлось охладить, чтобы кусочки было удобнее резать на соломку. Вниз кладу лук, к луку огурцы, далее сладкий болгарский перец и куриная грудка. Все ингредиенты необходимо хорошо перемешать. Ингредиенты подготовлены, осталось салат только заправить. Если соус у вас получается очень густой, можно добавить частями еще масла. 1-2 столовые ложки. И хорошо опять взбить. Ровная текстура соуса при этом не изменится. И еще ложечку соуса. Перемешиваем. Мои рекомендации, что салат в заправленном виде должен постоять хотя бы 20-30 минут. Ингредиенты соединятся, и салат будет необыкновенно вкусным, поверьте мне. А еще хочу сказать, что он прекрасно подойдет как отдельное блюдо, потому что он очень и очень сытный. Приятного аппетита! Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте поделиться рецептом с друзьями и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Желаю вам крепкого здоровья, приятного аппетита, приятной готовки. До скорых встреч!